Мегаполис FM представляет. Сергей Лосев и его персональный чарт. Новинки танцевальной музыки, яркие хиты и исключительно позитивный настрой. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. Дамы и господа, добрый вечер! Чрезвычайно рад приветствовать вас в эфире самого электронного, танцевального и правильного радио в рамках еженедельного радиошоу «Персональный чарт». Сегодня рамки ближайшего часа будут сплошь из отличнейшего прогрессив-хауса, венцом которого станет «Нопус». Быть может, кто-то из вас, самые внимательные, следящие за моими соцсетями, уже знают, что это. А остальным это только предстоит узнать. «Follow me». Не пожалеете, обещаю. Меня зовут Сергей Лосев, мы в прямом эфире. И это значит, что бы это значило? Ну, как минимум то, что мы в процессе аудиотерапии можем параллельно общаться посредством канала под названием WhatsApp, обмениваться эмоциями, новостями или же просто болтать обо всем подряд. Номер для самых общительных 8-977-895-895-0. Спасибо за душевный настрой, отличный музон и прекрасное интервью Самиру Кулиеву и Никите Передельскому. Продолжу, пожалуй, заданный им вектор вечернего настроения в эпицентре холодной ноябрьской недели. Рабочий день-то, кстати, уже окончен. Живот можно не втягивать. Тесную обувь долой, дресс-код на ближайший час, уютный домашний халат и плюшевые тапочки с ушками. Столичные пробки легко разведу руками. Между прочим, школа Ирины Аллегровой. Хотя живот-то мне как раз втягивать, точнее не втягивать, рано. Прямая видеотрансляция из студии Мегаполис FM прямо сейчас идет в моем аккаунте Инстаграма DJ Лосев. Аккаунт называется «Кому не хватает аудиодорожки». Можете увидеть, какова красота у нас происходит в режиме онлайн-стрим-трансляции. Кстати, тут голос за кадром, который вы все время слушаете во время видеотрансляции, принадлежит Деду Морозу, которого зовут на самом деле Даниэль Нитман. Это мой коллега. В данном случае он еще и что-то жует, ко всему прочему. В общем, прямо по курсу отличнейшие работы от Турала, Йото, Prevenachery. Пристегиваем ремни безопасности, делаем погромче. Аэрофобы поправляют памперсы и улыбаются друг другу. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. We'll be right back.
Мегаполис FM. Megapolis FM.
Смотрю, вы там уже начали танцы голубя. Я все вижу, между прочим. Правильно, не надо стесняться. Как говорит моя бабушка, накачанная шея – это первый шаг к заветным кубикам пресса. Тут слушатели в WhatsApp-канале интересуются, планируется ли выход очередного сборника серии Root. Во-первых, спасибо вам, что помните и не забывайте о том, что существует некая подобная серия. Остальным поведаю, что номерная серия Root представляет собой собранные в единый сет мои любимые самые треки за прошедший год. Да, планируется скоро-скоро в районе Нового года я запишу и опубликую очередной микстейп Root 46. Это уже 16-й по счету. И в качестве тизера трек, доигрывающий прямо сейчас в эфире, который вы только что слышали, на эту компиляцию обязательно войдет. Работа, кстати, называется «Парадигм». Принадлежит она перу музыканта и продюсера Пичти с обратной стороны планеты Земля. Там, где люди ходят на головах. Из Новой Зеландии он. Однажды я чуть было туда не долетел, но остановился в Австралии. Ну а мечта о Новой Зеландии и Фиджи осталась мечтой. Надеюсь, не навсегда в свете, собственно, последних пандемических событий и закрытых границ. Кстати, я не сказал вам о том, что идет сейчас видеотрансляция прямая в группе Мегаполис FM ВКонтакте, да? Я правильно понимаю? ВКонтакте. Заходите, подключайтесь. Не забывайте все-таки пристегивать ремни, потому что первая ступень уже отошла, а дальше будет еще жарче. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. We'll be right back.
Мегаполис FM. Напоминаю еще раз, что прямо сейчас идет прямая трансляция, стрим в группе ВКонтакте, в группе Мегаполис FM, поэтому вы меня можете слышать, не только слышать, но еще и видеть. Это несет с собой определенные минусы для моего нахождения здесь, потому что я привык, как настоящий диск-жокей, работать голым. Сегодня, к сожалению, это невозможно, иначе слава Артема Дзюбы будет затменена моими дряхлыми телесами. Ладно, давайте немножечко новостей, а то я так могу разговаривать долго. Опять же, тут многие, кстати, спрашивают, что у меня в стакане. В стакане у меня, как это ни странно, кофе. Главный автор и генератор музыки Depeche Mode Мартин Гор представил новый сингл и клип Man Drill, а также анонсировал сольный мини-альбом The Third Chimpanzee. Third Chimpanzee будет состоять из 5 инструментальных композиций. Это первый сольный релиз Мартина Гора за 5 лет. Релиз нового EP состоится 29 января следующего года на лейбле Mute, который выпускает записи Depeche Mode с самого начала их карьеры. Трек Man Drill был написан и записан в собственной студии Гора, которая называется Electric Lady Boy, находящейся в Калифорнии.
Первый трек, который я написал для этого альбома, звучал не по-человечески. Он больше напоминал звуки приматов, поэтому я решил его назвать «Howler» в честь обезьяны-ревуна. Затем мне нужно было придумать название для альбома, и я вспомнил книгу Джареда Даймонда «Третий шимпанзе». Это логичное название, так как альбом создавался одним из этих трех шимпанзе. Лично мне. Трек напомнил ранние работы бывшего участника Depeche Mode Алана Уайлдера, выпускавшего тогда музыку под ником Recoil. По мне, так прям очень схожее звучание и крайне далекое от фирменного почерка самих депешей. Тут новый секс-скандал подвезли, на этот раз досталось Дипло. 16 ноября женщина, имя которой не раскрывается из соображений безопасности, подала на него в суд. Она требует выдать против Дипло запретительный ордер, документ, запрещающий ему каким-либо образом досаждать истице. По словам женщины, Дипло шантажирует ее интимным видео. И что это не первая подобная выходка музыканта. Есть и другие пострадавшие. Я смотрю, это вообще тренд сезона, интимные видео и все такое прочее. Дипло, разумеется, все отрицает. По словам его адвоката Брайана Фридмана, девушка преследовала Дипло и его семью более года. В общем, дело будет рассмотрено судом 8 декабря, а мы продолжим за ним следить. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. I've left caught by this fashion, strangely weird and untrue. I don't know where it's coming from, this living to the rule. Somehow I drifted far away, among the cosmic stars, searching for my forgotten past, the memories and the scars. A shadow that follows me around, making me pay for some crime. I can hear the whispering voices, traveling through the dust of time. 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 We'll be right back.
Мегаполис FM. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. Актуальная информация для таких же мерзнущих, как я. Доказано, что активные движения заставляют кровь быстрее циркулировать по сосудам и согревать организм. Врачи также рекомендуют прослушивать в это время качественную музыку. Так вот, в эту пятницу, уже получается послезавтра, я отыграю свой трехчасовой сет в клубе Play. Конечно же, соблюдая все законы и ограничения, конечно же, это будет дневная вечеринка, но нашу песню «Не задушишь, не убьешь» утренне вечерним танцем быть. И ваши улыбки на танцполе для меня, как всегда, будут главной наградой и успехом. Ну, а теперь розыгрыш, конечно же, куда без него. Традиционно в призах три компакт-диска с моим сетом, записанным на одной из вечеринок серии China Town в легендарном клубе «Пропаганда». Если вам в коллекцию нужен один такой экземпляр, вы должны правильно ответить, одним из первых трех слушателей, правильно ответить на следующий вопрос. Внимание! Каково настоящее имя известнейшего шведского диджея и музыканта, издающего свои треки под псевдонимами Cyrus D, Sheridan, Mo, Tonya Holma, A&P Project? И это не полный список всех его никнеймов. Каково его настоящее имя? Ваши ответы готов принимать на себя WhatsApp, номер которого 8-977-895-8950. Дерзайте. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. Megapolis FM.
Персональный чарт с Сергеем Лосевым. Я на всякий случай еще раз напомню вам о том, что сейчас идет прямая стрим-трансляция из студии прямого эфира радиостанции Мегаполис FM 89.5. Идет она в группе Мегаполис FM ВКонтакте. Помимо всего прочего, сидит человек с камерой слева от меня и подсматривает за мной с моего личного аккаунта Instagram. Аккаунт называется DJ Losev. Всем спасибо огромное за участие и интерактив в розыгрыше. Радует ваша активность. Подводим итоги очередного розыгрыша компакт-диска. Вопрос сегодня был следующий. Каково настоящее имя известнейшего шведского диджея и музыканта, издающего свои треки под псевдонимами Cyrus D, Sheridan Mo, Tonya Holma, A&P Project. Ко всему прочему от себя добавлю, это музыкант, известный аэрофоб, проживающий ныне в Лос-Анджелесе и являющийся уже очень много лет лично для меня номером один в клубной электронной музыке. Конечно же, это Эрик Приц. Дамы и господа, это, конечно же, Эрик Приц. Человек, олицетворяющий прогрессив хаус звучания, на мой скромный взгляд. Автор десятков шикарных работ. Хозяин лейбла Прида. К продолжению дифирамб в его адрес. Я вернусь чуть позже. А пока хочу поздравить
троих самых быстрых и умных радиослушателей, которые прислали правильный ответ. Их номера телефонов заканчиваются на 2727, 1404 и 8610. Именно им я передам выигранные по праву призы, остальных призываю не отчаиваться и не расстраиваться. Слушайте персональный чарт каждую среду в 20.00 и обязательно поимейте рано или поздно какой-нибудь приз в свою коллекцию. Вернусь через 5 минут в рубрику «Хит недели». Персональный чарт с Сергеем Лосевым. Новую работу Эрика Принца действительно ждали. Во-первых, под своим собственным именем шведский продюсер не выпускал музыку долгих 4 года. Во-вторых, Нопус стал вирусным задолго до официального релиза. Его премьера состоялась в 2016 году. Эрик завершил им свой сет на фестивале EDC в Лас-Вегасе. Фанатам Принца трек понравился, они пересылали его друг другу с восторженными комментариями. Эрик утверждает, что странное название композиции «Фанатских рук дело». Они почему-то именно так окрестили этот трек. Продюсер решил не спорить. Нопус так нопус. Хит недели. Я никогда не делал и не делаю музыку ради ее выпуска. Я делаю музыку, которой не хватает в моей диджейской коллекции. Музыку для выступлений. Обычно все начинается с понимания, что мне нужно больше новой музыки для сетов, рассказывал Эрик в одном из своих немногочисленных интервью. Тяжело анализировать самого себя, наверное, мою музыку выделяют мелодии и гармонии с оттенком меланхолии и грусти.
но не без надежды. Не знаю, как это еще объяснить, смешивать грусть и радость подобным образом. Я научился у синти-поп-групп 80-х и 90-х годов. Tune of the Week моего личного хит-парада. Я рад вам представить долгожданный нопус Эрика Придза. Релиз лейбла Ministry of Sound. Танцуют все. Персональный чарт с Сергеем Лосевым. Megapolis FM. We'll be right back.
Напомню вам, что все без исключения выпуски радиошоу «Персональный чарт», а также «Океан качественной музыки» в виде моих компиляций вы всегда сможете легко найти и скачать на таких порталах, как promodigy.com, либо подписавшись на мой аккаунт в iTunes Podcast. Ну и, конечно же, на всех моих личных страницах соцсетей, Facebook и Контакт, всегда вы сможете найти массу интересного. Подписывайтесь, буду рад вам. Оставляю вас наедине с музыкой, правда, ненадолго, поскольку человек, который ходил в кадре с очень серьезным лицом, это Эдуард Космонавт, которого все считали вымышленным персонажем, а он, оказывается, есть, существует и готов ворваться в эфир со своим радиошоу. Вы на меня все так смотрите. Ладно, наслаждайтесь ветром под парусом на волне 89.5 в ритме вечернего мегаполиса. Это был персональный чарт с Сергеем Лосем. Лось, вы услышитесь со мной ровно через неделю на том же месте, в тот же час, в следующую среду в 20.00. Чао, какао. Персональный чарт с Сергеем Лосевым.